Я когда первый раз был во Львове, в 97-м, я думал, надо же, ну, чтобы я так жил вообще. Думаю, в таком городе, чтобы утром за место здрасти, за место мотюков каких-то на улице слышать «Слава Иисусу Христу!» Думаю, здорово, это то, что нужно. Я с того времени просто впечатлен, влюблен во Львов и молюсь, чтобы и здесь, в Киеве, люди так здоровались, чтобы не просто там «Здрасте!» там и как в Америке говорят «Hi and bye», да? Вот, а чтобы славили Иисуса Христа, чтобы имя Иисуса прославлялось, величественное имя Иисуса. Аллилуйя. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь, спасибо. Благоставляю Израиля, благоставляю Иерусалим, Иерусалим, столицу возрожденного еврейского государства, благоставляю сегодня особенным образом, потому что в этом пестром калейдоскопе языков, наречий есть язык иврит, есть еврейский язык. Еврейский, вот 14 апреля, там память как раз будет Маяковского, там будут декларироваться стихи Маяковского Владимира. У него есть интересные стихи, есть не очень, честно говоря, но я не поклонник его творчества, но перефразировал его некоторые стихотворения. И вот одно из них это вот следующее, что еврейский я выучил только за то, что им говорил сам Машиах, сам Мессия. Сам Христос. Даже если бы не было бы еврейской крови во мне, я думаю, что учил бы иврит ради моего Спасителя даже, ради моего Господа Иисуса Христа. Поэтому это потрясающий язык, потрясающее наречие, которое открывает Библию во всей своей просто глубине, потрясающее. Так, уже далеко не все, и у нас эта традиция губится. Да, я заметил это, во Львове, вот, молодь чомусь соромиться славити нашего Господа в голос. Да, к сожалению, я, знаете ли, вот во Львов приезжаю, и я стал замечать, что люди очень мало здороваются, вот. А если и здороваются, таким образом приветствуются, вот, слава Иисусу, то как-то тупит взор, и заметил, что они говорят, слава Иисусу, как-то быстро уже, скороговоркой. Вот, вот, и мне хочется, чтобы славили Господа каждодневно, постоянно, и не потупив взор, и не скороговоркой, а чтобы славили Господа Иисуса. Вот, Роман, Аня, я живу у Львові и бачу, и чую. Я теж бачу и чую, хотя во Львові не так часто бываю, но раз в году, раз в полгода, раз в полгода примерно, да, во Львове бываю. Вот сейчас собираюсь через неделю снова быть во Львове как раз. Вот, даст Бог. Так что, Роман, свидимся вместе с Кифой, поеду. Вот следующий там понедельник или вторник, вот как раз поеду во Львов. Місто Лева. Я говорю, там город Льва из колена Иудина. Аллилуйя, Аня говорит, когда узнал, что он жив, да, и отвечает на молитвы, как такого не славить. На Лемківський я буду в воскресенье, в неделю, это будет уже 3 березня. Пусть Бог благословит вас, дорогие друзья, братья и сестры. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь, аминь, аминь. Благословляю всех вас, братья и сестры, дорогие друзья, церковная реформация, друзья. Слава Господу. Сегодня вечером, я думаю, получится выйти в эфир. Вот, если уж не получится, то не обессудьте. Но по утрам у меня есть время точно, с 6 вот часов до 7, вот, уже 7 часов, уже, да, уже пора завершаться. Все, пусть Бог благословит вас, до встречи и на земле, и на небесах. Слава Господу!